Потому что Балканы долгое время были горячей точкой Европы. Сейчас, к счастью, это не так, но последние события, которые как-то вот прошли не очень ярко в информационном пространстве, но все же я отслеживаю их, некоторые вещи происходят там весьма тревожные. Ну вот мы сегодня поговорим и о войне, и о мире. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Со временем» и наша сегодняшняя тема – Балканы. Меня зовут Анна Дробот. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это кандидат исторических наук, это доцент кафедры международных отношений и внешней политики Мариупольского государственного университета Сергей Пахоменко. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, наша программа, она называется «Со временем». И, возможно, только с его течением мы можем разобраться в каких-то событиях, в каких-то вопросах и в истории. Вот в каких-то вопросах мы сегодня и попытаемся разобраться. Итак, Балканы. Полуостров в юго-восточной части Европы. На его территории находится Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, много разных стран. И вот что меня поражает. Ведь эта местность, народы, населявшие эту местность, там всегда воевали. Воевали с Византией, потом воевали в составе Византии. Воевали с турками, потом воевали вместе с турками. В каком-то обозримом прошлом, ну вот в 20 веке там было две Балканские войны, потом были две мировых. Ну и была последняя, очень затяжная, наверное, может быть, мне так кажется, что затяжная. Ну, во всяком случае, наверное, для меня самое страшное, потому что я уже была свидетелем этих событий. Это все уже было, когда мы были в достаточно зрелом возрасте, могли как-то оценивать события. Это была война, в результате которой не стала Югославия. И эти события, я помню, на всех на нас очень сильно повлияли. И сейчас, когда в ленте новостей где-то появляются какие-то балканские страны, где-то какие-то конфликты, где-то мелькает Косово или где-то мелькает там Сербия, то мы присматриваемся к этим событиям, наверное, потому что сильны еще вот эти отголоски. И мы думаем о том, а что же там, как события развиваются, и не грозят ли они каким-то серьезным конфликтом. Ну вот сейчас, в данный момент времени, Балканы — это не горячая точка планеты. Нет, это не горячая точка, и тут я хотел бы тебя поправить. Балканские народы не всегда воевали между собой. Но у меня ты очень так категорично. Не между собой, они воевали с кем-то. Нет, ты очень категорично. Европа за свою историю прошла очень много кровопролитных войн, и, собственно говоря, Балканы здесь не какое-то там ужасное варварское исключение. Хотя в 20 веке действительно, вот тот период, который ближе к нам, да, исторически, в 20 веке действительно Балканы были такой горячей, проблемной точкой, и не случайно этот регион еще в начале 20 века назвали мягким подбрюшьем Европы, а Бисмарк в конце 19 века говорил, так, если в Европе начнется снова большая война, она начнется с какой-то глупости на Балканах. То есть, с одной стороны, я тебе, конечно же, оппонирую в том, что балканские народы всегда между собой воевали, но с другой стороны, я хочу сказать, что там ситуация очень-очень сложная. Там была, особенно в 20 веке, там переплетение массы противоречий этнических, культурных, даже цивилизационных. Поэтому в 20 веке Балканы были такой тревожным регионом для Европы. Что касается сейчас, да, то есть какие-то тоже, опять же, угрожающие звоночки, о которых мы поподробнее говорим, но я не думаю, что Балканы снова будут горячей точкой. Ну вот по своей пестроте, допустим, этнической, неужели есть еще какая-то страна Европы, в которой есть столько народов, настолько разных? Нет, ну тут да, этническая пестрота играет свою роль. Дело в том, что смотри, процесс государственного строительства на Балканах, появление новых государств Сербии, Болгарии, Черногории происходил позже, чем в Западной Европе.
То есть Франция, Британия, Германия уже были оформленными государствами национальными. Этот регион был под властью Османской империи. Когда он стал освобождаться от турецкой зависимости, вот этот процесс, он был хаотичный, неравномерный и сопровождался совершенно произвольным обозначением границ. То есть, кто успел, столько отхватил. Отсюда и получается, что там в условиях проживания разных народов и разных религий создались государства, которые включали в себя большое количество национальных меньшинств. В Болгарии это турки, в Сербии албанцы, там Боснии сербы, мусульмане сербы и хорваты католики. Вот эта этническая чересполосица, которая как бы была в таком под стаканом турецкой власти, и которая, в общем-то, было одно государство, да, теперь, когда эти страны стали независимыми, вот эта этническая чересполосица, различия религий, культур, они дали себе знать. И то меньшинство, которое оказалось в составе соседнего государства нового, оно, естественно, хотело соединиться со своей этнической родиной большинство. Так, греки Турции хотели соединиться с Грецией, идея Великой Греции, албанцы Греции с Албанией, позже албанцы Сербии тоже с Албанией и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот процесс, он был питательной основой для конфликтов. А еще хочется сказать, что там даже такое вот сплетение цивилизационное. Там есть католический регион, это Хорватия, Словения, ориентированный на Западную Европу. Там есть православный регион, Болгария, Сербия, Румыния, Македония, Черногория. Там больше ориентация идет на Россию, ну, за исключением Румынии. И там, наконец, есть мусульманское присутствие, исламское, босняки, мусульмане, албанцы. То есть вот это переплетение цивилизаций, религий с разным пониманием таких понятий, как личность, власть, права человека, они тоже были питательной почвой. Но я повторяю, это все лишь питательная почва. Сама по себе этническая чересполосица, само по себе многообразие религий даже на такой небольшой территории не является причиной конфликтов и войн. Это просто очень хороший механизм для этого. Да. Ну а вот распад Югославии, который случился в конце прошлого века, в 90-х, он совпал с распадом Советского Союза. Были ли какие-то общие моменты в этих двух историях? Да, безусловно. Дело в том, что и в Советском Союзе, и в Югославии, я хочу тебе дополнить, в социалистической Югославии, ведь распадалась прежде всего Социалистическая Федерация Югославии, каркасом этих двух государств, многонациональных, федеративных, тем стержнем, на которых держалось единство, была коммунистическая партия с ее монопольной властью. В СССР она называлась Коммунистическая партия Советского Союза, в Югославии это был Союз коммунистов Югославии, но это сути не меняет. Так вот, это был тот стержень, который держал воедино все республики, все национальные политические элиты. Как только этот каркас стал разрушаться, за этим разрушились и эти государства. То есть в качестве стержня не было больше ничего? Нет, только коммунистическая партия. Дело в том, что... Вот давай посмотрим. Ты же помнишь, какая была интересная система политическая в СССР и в других странах Восточного Блока. Вообще, на чем строится государство? Да? Во-первых, определенная политическая система, во-вторых, экономические связи, и в-третьих, определенный консенсус общества, когда общество желает жить в государстве этом, либо его заставляет государство. Да? Вот эти три кита. Государственная система, экономика и общество. Так вот, посмотрим, какая была государственная политическая система в СССР и, соответственно, в Югославии. В какой-то мере очень похожей. Были у нас, органы государственной власти.
Это советы народных депутатов, советы трудящихся на местах, горсовет, там райсовет, был Верховный Совет СССР, был Верховный Совет УССР и так далее. То есть формально и по Конституции это были органы народной власти. Почему нам коммунисты и заявляли, что, в общем-то, у нас власть народная, мы избираем через советы. Да, но фактически эти советы были декорацией единоличной власти коммунистической партии. Декорацией, призванной показать, как бы народность нашего государства. Я помню, я был маленький, но мы с тобой как бы тоже почти ровесники, как были выборы в эти советы. В школах был выбор, выборы, да, в школах, и был один кандидат, которого укажет партия. Ну что это за выборы? Безальтернативные. То есть советы были декорация, фикция. Отсюда и мы видели в Верховном Совете и там доярки, и трактористы, и так далее, и Паша Ангелина. И вот это хорошая картинка, что власть народная. Но на самом деле власть осуществлялась коммунистической партией. И не случайно руководитель советского государства был президент? Нет. Это в конце уже Горбачев. Это был генеральный секретарь ЦК КПСС. И Сталин, и Хрущев, и Брежнев. То есть партия была главной государственно-образующей силы. Советы — это так, декорация. И на любой горсовет был обком партии, горком, да. Хорошо, то, что касается, вот мы сейчас говорим, а то, что касается внутриполитических, да, каких-то факторов. А было ли какое-то влияние извне? Может быть, все-таки распалась Югославия еще и потому, что Запад приложил к этому руку? Ведь есть такая точка зрения? Нет, ну, скажем так, есть много, и очень они ширятся и информационным пространством, и книжки выходят о том, как злые, ну, как бы какие-то происки Запада развалили СССР и Югославию. Это похоже на теорию заговора, а все теории заговора — это бред. Вот это, собственно говоря, такое мое отношение. Достаточно большие были внутренние причины. И я, если ты позволишь, я тебе я продолжу. То есть партия по сути, стала государством, слилась с государством, и как только партия стала слабеть стало и государство. Партия распалась, распалось и государство. С другой стороны, что было бы еще, какой каркас? Экономические, да, какие-то экономические основы для существования государства. Мы видим, что к концу 80-х и в СССР и Югославии плановая экономика, которая была у нас, в общем-то, она исчерпала себя. Она проиграла как бы историческое соперничество с рыночной экономикой. То есть социализм, его советском воплощении, он проиграл, как бы тому, кому-то нравилось, не нравилось, он проиграл капитализм, потому что плановая экономика была неэффективной, она не давала тех достаточных ресурсов для научно-технической революции, прогресса, для улучшения материального благосостояния. Ведь относительно благополучные брежневские года, они основывались на том, что СССР продавал газ и нефть на Запад, да, и на эти нефтедоллары поддерживалось вот это благосостояние. Когда, ну, собственно говоря, этот поток из когда Запад перешел в ходе научно-технической революции на какие-то энергосберегающие технологии, когда арабские страны, в общем-то, резко увеличили производство нефти, СССР оказался без достаточной той подпитки, которая у него была. Отсюда на 80-е годы дефицит, продовольственный кризис, особенно в глубинках. И отсюда и проблемы в экономике. К тому же нам нужно было поддерживать статус великой державы. А это гонка вооружений, а это расходы на ВПК, а это военная авантюра в Афганистане. Мы не выдержали. Мы выдохлись в гонке вооружений. И в этом, как бы, да, происки Запада, что он как бы навязал нам такую гонку вооружения, которую мы просто не выдержали. И то, что Горбачев начал проводить реформы, это не то, что, как говорят, развалил Союз. Ну, по-другому уже нельзя было. Другое дело, что эти реформы привели не к тому, чему он хотел. Но просто не он, так кто-то другой. Не в 85-м, но хоть где-то через несколько лет все равно это было бы. Ну, то есть мы так сейчас с тобой повернули в сторону Советского Союза, а может быть мы все-таки вот через эту призму, да, посмотрим на события в Югославии. Там закономерности были такие же? Да, в общем-то такие же, но с некоторыми достаточно значительными нюансами. Вот смотри,
СССР и Югославия, там тоже была единоличная власть коммунистической партии. Только, как я уже говорил, она называлась «Союз коммунистов Югославии». Там тоже была коммунистическая идеология. То есть в этом плане это было похожее государство. Но тут был такой нюанс. Во-первых, вот эта монополия коммунистической партии на власть Югославии, она была очень персонифицирована. То есть там была личность лидера Йосипа Броз Тито. Броз Тито – это коммунистический лидер Югославии, герой войны Второй мировой, который создал, по сути, вот эту коммунистическую федерацию. Это был такой либеральный, продвинутый диктатор, можно сказать. Его до сих пор многие любят во всех странах бывшей Югославии, по сути. Там и площади, и остались и какие-то памятные места, названные в честь Тита. И вот югославское единство вот этих разных шести республик югославских, она держалась, на, опять же, на монополии коммунистической власти и на личности и беспрекословном авторитете, в общем-то, заслуженном, Йосипа Броз Тито. Вот у нас не было такой вот личности. Да, был Сталин, но это был, понятно, с Тито его нельзя сравнивать, хотя бы по масштабам преступлений, которые все-таки у Сталина на порядок больше, да, и террора против своего народа. У Тито такого не было. Тито — это был такой мягкий диктатор, но вот после смерти его как бы оказалось, что один из толпов, который поддерживал Югославию, уже исчез, Тито. Оставалась коммунистическая партия, которая без Тито распалась по национальным квартирам республика. То есть тоже, собственно говоря, тот же механизм. А другого, какой-то основы, чтобы держать воедино, не было создано. Во многом по желанию национальных элит республиканских. Ну а что еще? Второй нюанс. Там был социализм особый, он такой больше открытый на Запад. Там были такие вещи, которые в Советском Союзе были немыслимы. Это западные вещи, западная рок-музыка. Возможность, не было железного занавеса, возможность выезжать. Но, как мы видим, даже такая демократическая социалистическая федерация Югославия, она тоже пришла к тому же концу, как и Советский Союз. К тому же концу, но гораздо более трагическому. Безусловно, да. Гораздо более трагическому, потому что с распадом там начались совершенно какие-то жуткие вещи, там начались этнические чистки. Мы все помним трагедию в Сребренице, там по разным данным, я помню, 5, кто-то называет тысяч, кто-то 8, кто-то 10 тысяч человек. Вот расстреливали все мужское население, начиная с 10 лет. Mm-hmm. То есть, ну, это действительно зверство. Вот почему так произошло и кто в этом виноват? Сербы, албанцы? Да все виноваты. То есть, как бы вот это тот случай, когда, если мы так объективно это оценивать, то нельзя сказать, что какая-то одна республика, какой-то один народ больше виноват, какой-то меньше. Виноваты все. Виноваты все, и не случайно Международный трибунал ООН по делам бывшей Югославии, он к ответственности привлекает представителей, лидеров практически всех республик, которые в этом безобразии участвовали. Вот. Почему так произошло? Ну, дело в том, что когда вот коммунистическая партия, вместе с ней коммунистическая идеология, стремительно стала терять популярность и терять вот такую свое значение для элит, свое значение как легитимизация их власти, то есть поскольку была коммунистическая партия правящая, значит элиты, они как бы их узаконивание их власти было то, что они принадлежали коммунистической партии. Когда их не стало, такой идеологией стал идеология национализма, причем совершенно дикого. Идеология национализма, этнического национализма, который предполагает этнические чистки и создание этнически однородных республик. Поэтому, и тут, скажем так, очень помогло в кавычках вот эта этническая черезполосица, многочисленные исторические обиды и разность религий. Но опять же, я повторю, те, кто видят главную причину вот любых войн этнических, там, религиозных, в разности религий как таковой, просто как таковой, разности там национального происхождения, они не правы. Это интересы элит, местных элит во многом, которые использовали национализм, во-первых, для укрепления своей власти, во-вторых, для зачистки от конкурентов.
Ну и с помощью пропаганды были такие мобилизированы массы на то, чтобы решать эту проблему. Кто виноват в наших проблемах? Хорваты, говорили сербы. Кто виноваты? Хорватам говорили, что сербы виноваты. Албанцев, что сербы виноваты. То есть, ну, вот такая ситуация была. А можно ли сказать на этом примере, что подобные уроки, чем кровавее, тем, наверное, доходчивее? Вот можно так сказать? Трудно сказать. Опять же, память у людей достаточно короткая. Вот, казалось бы, в 95-м году все эти закончились войны. Но мы сейчас мы не перечисляем их все. Они были в Хорватии, в Боснии. В 95-м году закончились. И вот, разговаривая с людьми там, читая какие-то обзоры аналитиков, говорили, что вот, все, хватит войны, это уже... И даже те же мусульмане в Боснии, которые воевали с сербами, они даже не понимали, как так могло, да, произойти. И казалось, вот на Балканах, как на горячей точке, как на очаге таких межэтнических гражданских войн поставлен крест. Но вот прошло 20 лет, и мы видим снова тут какие-то разговоры о... распаде Боснии, а сербо-албанские противоречия, и снова народ мобилизирован. Ну вот, мне кажется, что не всегда является... Да, с того момента, как все затихло в 90-х, в общем-то, наверное, вот только в последнее время, да, начала появляться какая-то информация о каких-то противоречиях, начали появляться где-то в информационных лентах заявления лидеров. Вот это с чем связано? Ну, дело в том, что после войн югославских, то есть, как бы я хочу сказать, что мы говорим о Балканах, но мы говорим прежде всего о бывшей Югославии, да, там Болгария, Румыния, Греция, там, слава богу, спокойно, да, а в Югославии именно вот ряд вещей, которые обусловили эту войну, эти войны. Так вот, дело в том, что не все оказались удовлетворены той политической ситуации, теми границами, которые были созданы после этих войн. Не все. И прежде всего, даже не прежде всего, а только лишь сербы. Сербия, она больше всего потеряла в этих войнах. Она потеряла Черногорию, которая рассматривалась ей как младшая, скажем, Сербия, да, Черногория страна независимой, и сейчас довольно лучшие дела, чем у Сербии. Она потеряла Косово. Сербия во многом, как и другие элиты, националистическая элита Сербии, она провоцировала эту войну. Ну, националистическая элита Хорватии и Боснии тоже не святая. Вот. Ну и в итоге Сербия оказалась вот больше всего у разбитого корыта. И вот сейчас идет такой момент, что сербы, проживающие за пределами Сербии, они хотят соединиться с Сербией. Получилось так, что за пределами Сербии проживает достаточно большое количество сербов. Они проживают в Боснии, они проживают в Косово. Босния и Косово после этих всех войн были закреплены как независимые самостоятельные государства. Но сербское меньшинство оттуда никуда не делось. А экономический неуспех этих государств провоцирует энергию людей снова в нарастание межэтнических противостояний, чем очень успешно пользуются элиты. А эта ситуация, она тянется с 90-х или сейчас как-то в мире что-то изменилось, и она форсировалась как-то? И да, и нет. В каком плане с 90-х? Вот, например, мы берем Боснию и Герцеговину. Государство, которое было отдельной республикой в составе Югославии. Очень сложная этническая ситуация. Там проживают босняки-мусульмане, как отдельный народ, сербы православные и хорваты-католики. Собственно говоря, война в 90-х там шла за что? Босняки хотели своего государства в рамках Боснии и Герцеговины, независимого. Хорваты хотели присоединиться к Хорватии, сербы хотели присоединиться к Сербии. Войну удалось восстановить только бомбардировками НАТО.
только бомбардировки НАТО. И Дейтонские соглашения, подписанные с участием лидеров всех этих общин враждующих и под эгидой США, предполагали сохранение Боснии и Герцеговины как одного государства, но из двух частей. Одна часть – мусульмано-хорватская федерация, а другая часть – республика сербская в Боснии, не путать Сербии. И вот 20 лет прошло, а эти части как были между собой слабо интегрированы, так и осталось. Единое государство – это только на бумаге, только в международных представительствах, только как футбольная сборная. Все остальное – налоговая система, пенсионная система – они самостоятельны. Партий общих не сложилось. И многие Дейтон, ну, как бы сейчас упрекают, ну что ж вы сделали из него не жизнеспособное государство, да? Но тогда по-другому нельзя было. Дейтон остановил войну. А сейчас Республика Сербская... сейчас происходит, не собственно? Сейчас в связи с некоторыми, скажем так, болезненными для нас, сама знаешь, какими геополитическими изменениями, конфликтами, аннексия Крыма, война на Донбассе, националистические лидеры Республики Сербской в Боснии пришли к такому выводу, что настало и их время. И раз получается у России, с которой они очень дружат, с Крымом, раз получается с Донбассом, то почему бы Республике Сербской в Боснии не отделиться и не присоединиться к Сербии? И вот такой лидер этой Республики Сербской в Боснии, президент с эпичным именем Милорад Додик. Вот он, Додик этот, и инициирует эти моменты. Вот. Что это такое на самом деле? То ли это действительно его мечта с 90-х, а этот персонаж еще с 90-х годов там управляет. Выйти из состава Боснии и Герцеговины и создать Великую Сербию. То ли это какая-то тактическая игра, чтобы добиться каких-то преференций, еще более самостоятельности Республики Сербской, то ли отвлечь внимание от расследований и обвинений в сторону в коррупции. Вот тут такой момент. Ну, я знаю, сейчас произошла вот буквально несколько дней назад, но это было совсем недавно, да, случилась какая-то такая провокативная ситуация, когда сербы пустили в Косово поезд. Что это вот за история? Вот проблема Косово-Сербии тоже тянется из 90-х. Ну, мы все знаем эту историю, когда косовары с оружием в руках требовали независимости от Сербии, когда сербы вели туда войска, и когда западное сообщество требовало от Милошевича, сербского президента, вывести войска, он не захотел, не согласился, и тогда бомбардировки были в Югославии, да? То есть с точки зрения международного права не совсем соответствующее. Тем не менее, Косово было некоторое время под протекторатом ООН, а потом в 2008 году провозгласило независимость. И большинство из стран признала эту независимость, но Сербия, естественно, не признала. И Россия не признала, и Китай, кстати, не признал. Вот. И вот Косово существует как полупризнанное государство с достаточно большими таким международным признанием, даже как отдельная футбольная сборная сейчас играет в группе с Украиной. Да? Вот. Но тут такая ситуация. Косово-то стало независимым де-факто и во многих отношениях де-юра, но там сохранились сербы, сербское меньшинство уже на севере Косово. То есть вот этот процесс называется балканизация в политологии. Балканизация, когда одно государство делится на несколько, и это разделение, дробление идет до бесконечности. Вот, и Запад же бы уже, и вообще международное сообщество уже бы радо поставить этому конец, преграду. Вот думали, ну отделиться Косово, все, закончи. Это завершающий аккорд в распаде Югославии. А нет, балканизация продолжается. Теперь уже сербы Косово хотят отделиться от Косово и присоединиться к Сербии. А провокация со стороны Сербии была в том, что они пустили туда поезд с Белграда в Приштину, в косовскую столицу. Ну, на вагонах были написаны такие надписи «Косово – это Сербия». И это для косоваров, албанцев, это было, конечно, оскорбительно. Поезд завернули, но возник такой международный скандал. Ну, кстати, вот
феврале, в начале февраля будет встреча косовского премьера и сербского, где они попытаются вот эти вопросы разрулить как-то. Ну вот действительно время от времени такие вещи вспыхивают. И очевидно, ну, катализатором этого всего стала вот такая попытка нашего северного соседа пересмотреть границы. А как ты считаешь, насколько эти события в геополитике могут иметь серьезное влияние на активность событий на Балканах? Ну, другими словами, чего нам ожидать? Я не думаю, что там снова будет война или заваруха. Дело в том, что балканские элиты там достаточно ослаблены сейчас. Народ там не хочет воевать. Это самое главное. А вот эти телодвижения со стороны Додика, со стороны еще каких-то персонажей, они во многом идут, наверное, так прощупывать ситуацию. Как посмотрит Россия? Поможет ли нам в открытую Россия? Тогда мы станем смелее и так далее. Но, безусловно, если Россия захочет там очередную проблему сделать для Евросоюза, у нее есть там и агенты, и инструменты. Экономические, культурные и энергетические. Захочет ли это делать Россия с тем бэкграундом и ворохом вещей, что она уже сделала? Это другой вопрос. Сами по себе эти личности типа Додика и остальных, они не будут провоцировать ситуацию в сторону какой-то войны. Ну что ж, мы не делаем выводов и не ищем правду. Мы говорим о событиях, уроках и истории в программе «Со временем». До встречи!